Вчера дубровицы отмечали праздник – День поселка. На центральной площади состоялось торжественное открытие. Матерям, родившим в этом году, были вручены медали. Чествовали юбиляров. Народный ансамбль «Радужный» представил свою программу. Зрители охотно поддерживали юных звезд аплодисментами. Но не только танцевали и пели в этот день в дубровицах. Пришедших на праздник ожидала масса сюрпризов, одним из которых стала так называемая «живая лотерея», где каждому предоставлялась возможность выиграть одного из братьев наших меньших. Кому пришла в голову идея создать вот такую живую лотерею? Вы знаете, это уже такая традиция в хозяйстве нашем. И уже несколько подряд лет проводится такая живая лотерея у нас. Для того, чтобы людей привлечь. Потому что, тем более, все-таки у нас сельская местность, чтобы люди занимались хозяйством. Я выиграл поросенка. Радости много. Надо обязательно вырастить. Задача теперь кормить, корм достать. Большая программа ожидала в этот день девчонок и мальчишек. Ребята преодолевали препятствия на велосипеде, участвовали в конкурсах «Кто на что гораст», «Попрыгайка». А среди учащихся детской спортивной школы проходила эстафета. И я друг другу буду, ну там вот я бегу, передаю эстафету палочкой. Там девчонка еще одна бежит, передает следующему. И так вот 6 человек. Но не только увеселительные мероприятия проходили на центральной площади. Каждому желающему предоставлялась возможность получить бесплатную консультацию у специалистов, садовода, гинеколога или юриста. Перво-наперво нужно защитить растения от потери влаги. Значит, такие культуры, как огурцы, помидоры, перцы, обязательно все грядки застелить подушкой из зеленой травы, сантиметров 10. Вот выпалывать траву и укладывать ее вокруг растений плотно, для того, чтобы земля не была голой. Такое движение пошло в стране против полового сексуального образования. И в Думе до сих пор дебатируется вопрос, то есть не пришли к единому мнению, нужны ли такие знания в школе. Но я думаю, что эта волна пошла только из-за того, что, может быть, действительно эти уроки проводили не те, кто их должен проводить. А то, что эти уроки необходимы, я думаю, что да. Вообще праздник удался на славу, чему подтверждение счастливые лица его участников.